Ребята, посмотрите, какой гриб нашла моя жена. Вы посмотрите только на него. Какой он темный. А какая. Ох, ребят, посмотрите. Ира, ты в курсе, что тут еще один рядом с ним гриб? Да, он прям рядом, он прям в него врастает. Вот, смотрите, ребята. Ребят, посмотрите, зовет меня супруга, говорит, иди-ка сюда, я что-то тут тебя нашла. Вот, посмотрите. И, ребята, какая же вот эта красота-то, а? Как же мне нравится их срывать. Ну, это рядом. Вот какая красота, ребят. Ой, просто песня. Вот, ребят, посмотрите. Просто разгребаем листву. Ир, смотри. Угу. О, какой крупный. Вон еще маленький рядом с ним. Вот, видишь? Вот маленький. Его оставить? Я думаю, тут не один. Ну, тогда подрежь его аккуратненько. Хотя нет, давай вот так. Подожди. Класс. А тут оставим, дай растет. Да, посмотрим, какой. А, нет, вообще тут можно и взять. Он такой нормальный. Просто его тут раздают все равно. Да, раздают. Люди ходят. Просто никто траву так не разгребает, как мы. Ирочка нашла. Ну как, ребят, смотрите. Вот это такие красивые прям грибочки-то. И крепенькие, да, Ир? Угу. Смотри, какой. На-ка, Ир. Леш, еще один, что ли? Ну, как растет, интересно. Он из-за того, что листва, его приветствовало. Прижимал, и он вот такой вот вырос, весь скрюченный. Что там еще? Да, ты как-то не наступил. Не наступил. Ну, вон он, да, я вижу, внизу. Угу. Тут срываем, смотри. Да, я его срежу. Да, ты срежь, потому что он какой-то прям крупный тут. Давай, срезай. Ага. Смотри, какая огромная она. Где ты, говоришь, тут еще? Да. А, вот он. Вот мелкий прям, совсем малыш. Ну, вот такие надо срезать. Нет, его не срезать, его достать. Ну, там друг маленький. Да нет, это. На-ка. О, какой. Беленький. Ребят, пошли во все уже. Грибы вот собираем, одни белые. Ну, и маслята хорошие берем. Остальное не берем. Ребят, ходим, просто этих белых грибов столько, и народ ходит. Ну, наверное, не все замечают, может быть, но очень много белых. У нас в Шатурском районе на вот ситуация на 2 октября. Я с работы приехал, и мы сразу пошли. Вот, ребят, такие вот. И рядом обязательно смотрим, пробиваем все это. Какие-то кочки, потому что очень много прячется под листвой. Ух ты! Класс! Срываем! Ира, класс! Такое чудо! Еще один, да? Мелкий. Это чудеса. Просто колоссальное количество белых. Угу. Здорово. Ой.
На нем прям нарос. Да, здорово, здорово. Ребят, просто идите в лес. Обязательно все идите в лес. Собирайте, заготавливайте на зиму. С вас подписка и комментарии, ребята. Поддерживайте наш канал. Здесь вот их просто не было. Вот еще один. Еще один. Срывай ее. Вот этот вот срывай. Кстати, не червивые, потому что они вот только выросли. Красота. Маленький. Ребят, прошу обратить внимание, что вчера грибов вот таких вот молодых мы здесь все обходили, не было. А сейчас вот мы смотрим, вот прошу обратить внимание, один гриб, да? Видите, да, дорогие друзья? Вот здесь вот маленький, тоже вот белый, да? И вот еще, это вот буквально за один день. А все говорят, с какой скоростью грибы вот растут? За ночь, да, вот считайте, за ночь. Так что, вот. Я сейчас срежу. Давай, иди, срезай. Красота, да? Одна ночь, и вот мы имеем, пожалуйста. Плюс три гриба в копилочку сразу. Пакетик. Пакетик. Ну что мы имеем? Вот они все за одну ночь, вот буквально. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, да. Вот он. Смотрите, как они растут, рядом с мухоморами прям. Вот. Оп. Оп. Берем. Ребята, у меня супруга нашла такой гриб, или это много грибов, но они как бы все вместе это. И рядом покажи. Срослись, да. И рядом там еще два. Сейчас вот она срежет. Ир, ты так как не срезай, так интересно. Срезать их. Они же вместе срослись, получается. Это, а получается такой один... Ножа не хватает. Большой гриб. Господи. Ага. Ну, поднимай. Поднимай. Сейчас покажем нашим зрителям, нашим гостям канала и подписчикам. Ну, это вообще интересно, как, да? Так вот срастись-то. А вот еще два, ребята, вот еще два. Мы их еще не срывали. Вот. Смотрите, какая красота. Сейчас, Ир, подожди, не разрезай их. Нет, подбери зеленый. Ага. Ну вот. Этот срезали один, я не знаю, как это, много сросшихся грибов. Сейчас. А этот. Ага. Вот и еще. Ага. Здорово. Здорово, ребят. Как интересно. Один, да? Один, три. Смотрите, дорогие друзья.
Вот здесь еще. Смотрите, смотрите, ребята. Вот один находим. Один находим. А следом, ребят, вот. Вот, пожалуйста. Интересно, да, ребят? Значит, по маслятам ситуация какая? Смотрите, ребят, просто их колоссальное количество. Маленькие, вот такие вот, везде. Везде, смотрите, по дороге идете. Вот они, вот. Вот мелких сколько, ребят. Просто, ну, на самом деле, они прям на дороге растут везде. Вот, отгребаете листочек. Смотри, смотри, вон они. Смотри, один на одном прям. Вот эти. О, красивые, да? Что, срежем вот эту? Будем вот эту? Там очень много маленьких сейчас вырубится. Да, ну это вообще-то какая-то сросшаяся такая маслятница. Вот польский белый. Это польский. Ой. А вот это вот у нас беленький гриб. Где еще тут, Ира? Один, второй. Вот еще один. А, вон он, спрятался. Спрятался. Вот он, еще один белый. Еще один белый, да. Вот так вот. Ну что, обрезай их. Шляпка темненькая. Шикарная, шикарная. Такой крепкий, да? Грибы есть, но они иногда прячутся, поэтому нужно обязательно. Вот я вижу, например, трава немножко. Сверху не видно гриб, но я знаю, что здесь что-то есть. Вот, например, ребят, смотрите. Листва немножко вот была. Раз. И вот смотрите, белый гриб. Три. Вот это красота. Красота просто. Ты посмотри, какая красота. Еще. Они как, слушай, они как опята. Раз тут белые, как опята. Вау, класс. Давайте, ребят. О. Ну класс же, класс. Ой, ребят, ну просто мы так рады, а? Так счастливы погулять в лесу, да еще найти что-то. Ну же это просто великолепно. В лесу воздух такой хороший. Погода теплая. Погода теплая, прекрасная. Дом сидеть, это не вариант.